Ехал в Виа, что ты потом был. Ехал в Виа, новый остров. Хамас, он параллельно с правой стороны был дом, а ведь ну, войны с Бульсига. Находились бандеровцы, ну, украинские войска. Сейчас здесь тихо, спокойно, без всякой стрельбы, то есть нормальная мирная обстановка. Ну, со вчерашнего дня они начали бегать отсюда, как появились, ну, кадыровцы сейчас здесь тихо, спокойно. То есть, ну, все нормально.